Ладно, поехали. Блять, Васил молчит. Я включаю, По-моему, Васил молчит, я не знаю, Платон что происходит. и Аристотель, и какой-нибудь Декарт, какой-нибудь Беркли, какой-нибудь Юм, они тоже занимались тем, что выявляли, какие высказывания ложные, а какие друг другу противоречат. Просто проблема может в данном случае заключаться, ну, похуй вообще на Платона, Аристотеля, я же с ними, соответственно, это не самое главное, на мой взгляд, даже мыслители, тут, конечно, все зависит от авторитетов, каким авторитетам мы поклоняемся, а каким нет. Да, подписывайтесь обязательно, приветствую, угнетатель. Просто проблема в других философах, точнее, в других людях, которых мы называем философами. К счастью, мы называем философами не только платоников, перипатетиков и христиан, которые вот от них шли. Как-то так. Ну, то есть, неожиданно, да, неожиданно мы начинаем называть философами досократиков, которые, ну, вроде бы не особо за высказываниями следили. Life 2, да. Неожиданно оказывается, что мы считаем философами софистов, которые наоборот играли с высказываниями и вообще к истине не стремились. Скептики не стремились к истине. Вообще несколько направлений мысли к истине вообще не стремятся, потому что это невозможно. То есть некоторые направления, разные направления агностицизма философского, они считают, что истины достигнуть нельзя, в принципе, а поэтому невозможно оценить, какие высказывания ложные, а какие истины, и какие, блядь, противоречат друг другу. Ну, противоречат только в рамках языка, получается. Если мы агностики, если мы ничего не знаем, у нас получается такая большая проблема. Вот. И они для этого использовали логику. Ну, Но Платон не использовал, логики еще не было. ту, которая в их времена существовала. Но у Платона еще не существовало логики, в лучшем случае логос. Вот Аристотель уже логику свою набацал, допустим. Хорошо, окей. А были люди, которые были против логики. Но те же киники, например, критиковали логику. Скептики логику критиковали. Софисты логику критиковали. Это мы только начали перечислять критиков. Отсюда вытекает важнейшее свойство аналитического философа. Он должен крайне дотошно разбирать высказывания, трактуя их, конечно, буквально и усматривая взаимоотношения на предметах Усматривать взаимоотношения. усмотрения. Слушайте, ну, во-первых, это, безусловно, это очень, конечно, плохо и скверно дотошно разбирать высказывания. Абсолютно какая-то бессмысленная деятельность. А, ну все понятно, похуй, короче, не надо нахуй высказывания разбирать. Логика это не про высказывание, логика это, короче, А, Б, С, короче, и все, переходят друг другу и похуй. Не-не-не-не-не, нахуй это не нужно. Но вообще, вот, если мы почитаем, например, диалоги Платона, например, диалог Тет-а-Тет, мы увидим, что Платон там достаточно дотошно разбирает понятие знания. А в диалоге Пир Платон достаточно дотошно. И что? И что? То, что аналитические философы должны разбирать высказывания, потому что они базируются на высказывании. На то, что они, их философия базируется на разборе высказываний, да, по сути. Это не значит, что никто другой этого не должен делать. То есть я не намекаю на то, что Платон является аналитическим философом. Здесь вообще никакого противоречия нет. Тоже опять Васил выдумывает хуйню. Фэнтези какое-то. Тошно разбирает понятие любви. А в диалоге государства в первой книге дотошно разбирает понятие. В диалоге Платон пишется на по Платон разбирает бессмертие души. В диалоге Федон Платон разбирает бессмертие души. А в диалоге государства Платон дотошно разбирает государство. Есть такое, да. Все. Тупо, он сейчас мне пытается вменить, что я считаю Платона аналитическим философом, но на самом деле Платон и Аристотель и Фреге, они как такие, знаете, предтечи аналитической философии. Это часть одного развивающегося дискурса, так скажем. Понятие справедливости. Вообще, по-моему, дотошно что-то разбирать – это то, чем философия славилась, ну, если не всегда, то с момента своего возникновения в античности. Если не всегда, то с момента своего возникновения в античности, только проблема заключается в том, что философия не возникает с Платона. Неожиданно, да? Неожиданно. Кто бы мог подумать, и с Аристотеля тоже не возникает. Почему люди игнорируют большую часть дискурсов философских? Мне это интересно. Ну ладно.
Вот. Если вы почитаете там Секста Эмпирика того же, вы увидите, что Секст Эмпирик тоже дотошно разбирает высказывания, которые делают логики. Да, только он не верит в высказывания, неожиданно. Все. То есть для скептика высказывание – это фейк по большей части. Ну, как фейк, сомнительный метод познания. Нужно доказать, что в высказываниях может проявиться истина. Скептик просто работает с языком определенным образом, играет с ним, как и софисты играли с языком. Просто для того, чтобы софисты, например, получали выгоду, а скептик, ну, не знаю, просто так, наверное. Просто, а что еще делать? Ничего больше не остается. Там физики и другие интеллектуалы его времен. Вот. А по поводу того, что высказывания трактуются, конечно, буквально. Если речь идет о логике, то высказывание приходится трактовать буквально, потому что логика не есть метод, не знаю, аллегорического толкования текстов. Это скорее герменевтика. Герменевтика, она не то чтобы очень любит логику. Они не то чтобы очень сильно близко находятся, потому что практически всякий герменевт понимает, что логика не свойственна большинству авторов вообще. Ну, более того, большинству авторов художественной литературы не свойственна. То есть, пытаться добиться понимания средствами логики практически тщетная задача, потому что те, кого мы пытаемся понимать, они по большей части логикой не владеют. Но если мы пытаемся понять человека, владеющего логикой, тогда логику знать, конечно, нужно. Но, боже мой, ребята, таких авторов меньшинство просто. Да. Ну да ладно. Усматриваются взаимоотношения между высказыванием на предмет их противоречий. Ну, по поводу буквального высказывания, ну, вообще в современной аналитической философии есть такая... В современной аналитической философии языка есть такая штука, это как теория метафоры. Окей, прикольно. Только проблема заключается в том, что методологически эту штуку довольно трудно применить в теории метафоры. Ну... Покажите мне таких аналитических философов, которые разбирают метафоры. И как это можно сделать методом логики? Как вы будете логически разбирать, блядь, метафору? То есть теория метафоры, это, конечно, круто, но это не относится к методологии и стилю мысли в данном случае. Я даже уверен, что эта теория метафоры в рамках аналитической философии вполне соответствует аналитическому стилю. И там есть логические доказательства, приведение аргументов там, и так далее, и так далее, и так далее. Это попытка добиться непротиворечивой теории. В этом нет никакой проблемы. Если что, есть и аналитические теории воображения. На стриме задержка, не знаю, ДЛМА. Далмат. Так вот, окей. Как теория метафоры, как теория небуквальных высказываний. Просто мне кажется, что Васил, знаете, он со своей этой пустой эрудицией, он просто берет, читает текст, он не понимает полностью предложение и выхватывает какую-то рандомную хуйню из своей головы, которую он вспомнил. И на этом строятся его разборы. А потом зрители такие: «О, Васил, нихуя себе, как ты много читаешь книжки, какой ты молодец». Причем, я, кстати, практически уверен, что моя эрудиция, эрудиция Васила вряд ли уступает, ну, по крайней мере, потому что она просмещена несколько в другое русло. Я больше по восточной философии, я больше там по древности какой-нибудь. Причем это не Платон и не Аристотель древность, это досократики, софисты, скептики, еще какие-нибудь ближайшие направления, киренаики там какие-нибудь, вот такие вот ребята. Из средневековой философии я напомню, что Васил не знал, кто такой Роджер Бэкон. Для меня это один из основных мыслителей средневековья. Именно вот для меня по статусу, потому что это философия протонауки, а в философии науки я старался разбираться и очень долго старался разбираться в свое время. То есть Васил о нем вообще не слышал. Может, сейчас уже знает про него. Но вспомним тот момент, когда Васил сказал: «Роджер Бэкон, кто такой, не знаю». Охуенно было, прикольно было, вспоминаем. У меня есть основания полагать, что моя эрудиция Васила не уступает. Но при этом, да, у каждого свои сильные и слабые стороны. И проблема Васила заключается в том, что у него кроме эрудиции ничего нет больше.
Ноль, пусто. То есть у него перед ним текст находится, у него мозг работает таким образом, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и он достает рандомный какой-то момент с похожими словами из вот истории философии. Все, все, достал, произнес, сделал вид, что разъебал, сделал вид, что победил, но проблема заключается обычно в том, что высказывание, которое перед ним находится, никак не противоречит тем данным эрудиции его, которые он произвел. Рулон пишет, у меня тоже нет ничего, и что теперь, издеваться? Нет, не издеваться. Надо просто работать над собой, работать над своим мышлением, над чистотой своего мышления, над вниманием прочтения. Ну или если ты не можешь внимательно прочитать текст, хотя бы не выебывайся. Ну как, да, знаете? То есть, если ты сейчас устал, если ты сейчас выдохся, если у тебя не хватает сил, ну признай ты, что ты сейчас не разъебываешь, признай, что у тебя рассеяно внимание в данный момент, признай, что, ну вот я прочитаю, да, я что-нибудь скажу, ребят, но как бы к автору претензий у меня быть не может, пока я внимательно это не разберу. Окей, хорошо, тогда претензий у меня бы уже не было, я бы такой, ну хорошо. Вот, опять же, если вы почитаете там позднего Витгенштейна, если вы почитаете там представителей философии обыденного языка, если вы почитаете даже того же Поппера местами, то так, вы... Васил недавно говорил, что позднего Витгенштейна аналитическим философом не считают. Лол. Еще раз. Видите, что аналитические философы зачастую как раз-таки говорят о том, что ну, высказывания не всегда трактуются буквально, не должны трактоваться буквально, и вообще не очень понятно, что такое буквальное понимание. Ну, буквальное противоположно аллегорическому. То есть аналитический философ не может работать с аллегориями, по большей части. Именно человек, который работает с аналитической, академической, блядь, стилистикой. Все, я нашел за что зацепиться, я пошел ебать Васила. Привет, Васил, здравствуй. Здравствуй, друг, блядь. Как выглядит, по-твоему, академическая стилистика написания текстов, статей и вообще бесед? Это буквально. Буквальный стиль, это абсолютно буквальный стиль, буквалистический стиль. Любая научная литература, это литература без метафор, это литература без всякой вот этой вот, всяких нагромождений, всяких риторических фигур. Это текст абсолютно сухой, абсолютно простой, написанный по правилам логики. Так, блять, Васил неожиданно вначале сказал, что аналитический стиль равно академический стиль. Джон Дой пишет, то, что высказывания не должны всегда трактоваться буквально, это и так очевидная мысль, да, это не противоречит тому, что здесь написано, во-первых. Во-вторых, блять, продолжаем, да, а чем характеризуется академический стиль письма? Охуенно. Охуеть, охуеть. Нет, он, конечно, метафорами характеризуется. Бесконечным количеством метафор. Прошу прощения, так и есть. Не высказывание. Ну, вот, например, Поппер, раз уж мы с вами Поппера недавно разбирали, у Поппера есть такой пример. Поппер критикует, Поппер, критикуя позитивистский критерий осмысленности, да, он приводит пример из Оруэлла. Все животные равны, но некоторые равнее других. И Поппер говорит, что это высказывание, оно не проходит позитивистский критерий осмысленности, да, и вообще вне контекста оно представляется бессмысленным. Но внутри контекста скотного двора, да, это высказывание, оно абсолютно осмысленное и понятно любому адекватному читателю. Да, охуенно, только в данном случае речь идет об анализе метафоры. Об анализе... Он точно не понимает эту штуку. То есть одно дело это анализ, другое дело это метод. То есть анализ чего-то, да, применение метода, то есть одно дело это применение метода, то есть анализ, да, анализ чего-то там, а другое дело это, соответственно, сам метод, в общем. Сам метод буквальный, и он скорее требует буквальных высказываний от своего пользователя. И разбор тоже буквальных высказываний по большей части происходит, потому что их можно интерпретировать в рамках логики. А небуквальные высказывания в рамках логики интерпретировать невозможно, потому что они не подчиняются ее законам обычно. Да, там появляются такие вещи, как контексты и прочие такие вещи, которые методологически, труднее с ними работать.
Вот, это к вопросу о том, что аналитические философы стараются все трактовать буквально. Так, нет, нет, блядь, высказывание не о том написано. Не то, написано другое, что вы мне говорите? Он должен дотошно разбирать высказывания, трактуя их, конечно, буквально, и усматривать взаимоотношения между высказываниями на предмет их противоречия. Смотрите, да? Он должен крайне дотошно разбирать высказывания, которые он трактует буквально. А вопрос, а где Поппер дотошно разбирал высказывания о метафоре? Более того, мы можем дотошно создать... Стоп. Более того, понимаете, в чем дело? Здесь статья, по большей части, о критике идет. Ну и в том числе о самокритике. Когда человек пишет текст о метафоре в рамках аналитической философии, он подходит к себе с теми же самыми критериями. Он не сыплет метафорами, он пишет буквально. И своего оппонента, который тоже может писать о метафоре, ему придется тоже разбирать буквально. Потому что так работает академический стиль письма. Даже в искусствоведении он так приблизительно работает, хотя есть некоторые исключения у искусствоведов и филологов. Но все равно стараются приблизиться к некой точности, терминологичности и так далее, так далее, так далее. Васил сейчас сам себя на самом деле изнасиловал. Ну, мы ему не запрещаем самого себя насиловать, конечно, его проблема. Вот. Более того, список его функций этим не ограничивается, но есть лишь один порог, через который аналитический философ переступить не может. Это высказывание. Аналитический философ, который халатно относится к высказываниям, это нонсенс. Ну, я бы сказал, что философ, который халатно относится к высказываниям, это в принципе нонсенс. Приветствую трактир. Ну, это как не нонсенс, это... Но Нагарджуна считается, например, индийским мыслителем. Нагарджуна говорит, что в рамках высказывания истины добыть невозможно, поэтому нахуй она не нужна. Ну, например, да, вот восточная философия. Ну, может быть, мы в кавычках воспримем это как философию, но окей. Какой-нибудь Аристип, в принципе, мы можем в рамках киренаистической, да, и философии киренаиков трактовать все таким образом, что высказывания, они никакой истины не открывают. Главное это избавиться от страданий, и главное это испытывать удовольствие. То есть избавляемся от страданий, сторонимся, испытываем удовольствие. Зачем нам здесь высказывание? Высказывание здесь оказывается не средством достижения истины. Причем, я замечу, далеко не все философские школы за всю историю человечества вообще занимались вопросом об истине. Высказывания вот для киренаика могут оказаться средством достижения блага и избежания страданий. То есть в данном случае язык выполняет не познавательную функцию, а коммуникативную функцию. У высказываний, кстати, несколько функций есть разных, которые друг другу не противоречат, но не являются одними и тем же. С одной стороны, поиск истины, правды, познавательная функция, соответственно. С другой стороны, коммуникативная, допустим. С третьей стороны, может еще какая-нибудь там быть, я все функции уже не помню. Вот у нас две базовые функции, допустим, есть. Коммуникация одно. Познание другое. Философы не всегда находятся в сфере познания, как ни странно. Некоторые философы намеренно или не намеренно находятся в сфере незнания. И это тоже допустимая стратегия. Ну да ладно, поехали дальше. Ну, это плохо, да? Философ не должен халатно относиться к высказываниям. Ну да, вот Васил халатно относится к высказываниям, но философ не должен халатно относиться к высказываниям, значит, Васил хуёвый философ. Браво, все, закончили. Суд произошел, Васил сам себя засудил. Я поздравляю, не просто псевдоаналитический философ, он псевдофилософ. По его же собственным критериям. Победа. Безоговорочная, я считаю. Вот. А что значит вот... Порог, который философ не может переступить, я, честно говоря, не понимаю. Ну, потому что ты буквально хочешь тексты понимать, а здесь надо метафорично. Не можешь переступить. Я на самом деле, кстати, подразумеваю, что можно философствовать вообще без высказываний. Или власти... Вот, я, честно говоря, не понимаю. Ну, более того, я скажу, что Васил не понял вообще весь текст, который он прочитал до этого. Буквально каждое предложение. Есть, конечно, ну, знаете, есть люди, которые читают выборочно. Там одно предложение поняли, другое предложение не поняли. Там, не знаю, Васил буквально ни одно предложение не понял. Ноль. Ноль, блядь. Ноль понятых предложений.
Zero, короче. Это очень интересно, это очень классно, не понять ничего из прочитанного. Ну, так. Васил сам себя сейчас засосал. Но мы видим, что Васил халатно относится к высказываниям. Мы буквально сейчас и разбираемся с тем, что разбираем высказывания Васила, которые почему-то очень плохо соотносятся с текстом, который он разбирает. Осталось 5 минут, с одной стороны, да, но при этом говорит, что философ должен внимательно относиться к высказываниям, и философ, который халатно относится к высказываниям, это нонсенс, да, он согласен со мной. Не просто аналитический философ, вообще каждый философ. Ну вот, Васил сам себя убил этим. Все. Был донат какой-то, сейчас был зачитать. Фрадей, 30 рублей. А кто такой этот Шадов и почему вы его разбираете? Потому что мне заказали этот текст на разбор. Поздравляю. А это, ну, такой интернет-философ, кандидат философских наук. Неироничное. Неироничное? Я еще и бог, блядь. Я бог, блядь, чтобы вы знали. Неироничное. Создатель своего философского учения, автор огромного количества текстов по философии, автор огромного количества текстов всего чего угодно, неважно. Не иронично, я вообще кто угодно. А иронично? Иронично, я не знаю. Что с Вином Дизелем? Так, сейчас вот начинается самый сок. Также одним из важнейших свойств современной аналитической философии является заискивание перед такой философской школой, как наука. Научные данные чаще всего нерефлексивно и абсолютно некритично воспринимаются как некая истина, а теории берутся за основание рассуждений. С научным догматизмом псевдоаналитических философов, к слову, все хорошо. Ну, я надеюсь, что когда Шадов называет науку философской школой, это он иронизирует? Не, я вообще нихуя не иронизирую. Наука — это философская школа. Я уже давно это доказывал. Я искренне надеюсь, что это... Нет, я абсолютно искренне говорю, что наука — это философская школа, и у меня огромное количество фактов, которые это подтверждают. Ирония. А по поводу того, что научные данные воспринимаются некритично... Ну вот Василом они воспринимаются абсолютно некритично. Как некоторая истина. Ну, вообще говоря... Вот, я не знаю, у меня строго обратное впечатление. Не, Васил, у тебя строго не обратное, ты вообще не критично воспринимаешь науку, ты просто наука-дрочер. Не, у меня впечатление, что значительная часть деятельности аналитических философов, она заключается в том, чтобы объяснять ученым, что... Что они правы, но немного не так. Теории гораздо более проблематичный характер носят, нежели им самим представляется, да? Ну, вообще дофига... Да, но при этом тут дело заключается в том, научные данные, здесь не про теории идет, а про данные. То есть, base, как говорится, это база. Про базу здесь речь идет. То есть, аналитические философы обычно черпают свою базу, да, свои данные, дату, короче, свою черпают дату, короче, берут из науки. Дофига аналитических философов, которые Джон Дой пишет: ну, чувак, ты же сам стримил с Шадовым, когда он дал тебе свое определение философии, и там про науку вроде тоже было, скорее всего, было. Натуралисты, которые считают, что наука, там, я не знаю, не, ну, как бы... Я, короче, не знаю, я... По-моему, это просто бред какой-то. Ну, да, то есть... Ну, давайте перечислять Деннет, короче. Современный аналитический философ, который заискивает перед наукой. Деннет. Чоршенде. Чалмерс, кстати, тоже заискивает перед наукой. Да, он вводит новую переменную и пытается объяснить, что там чего-то недостаточно в науке, но, в принципе, он с большей частью всего, что есть, согласен. Ну, я не знаю, может быть, есть какие-то антиреалисты, они точно есть в аналитической философии, которые в данном случае, они противоречат науке. Осталось чуть-чуть, 3 минуты, 2 минуты. Которые противоречат науке, но их, насколько я понимаю, вообще тотальное меньшинство. Я просто могу сейчас неймдропингом заняться, давай. Да, и начать просто перечислять аналитических... Давай, было бы интересно. ...философов, которые
Вот это было бы содержательно, давай. Которые... Ну, назови философов-антисайентистов, короче, которые нахуй шлют науку в аналитическом дискурсе и занимаются свободно всем, чем, ну, там, тем, что им дано. Давай. Которые критикуют науку, которые... Ну, критикуют науку, это хуйня на самом деле. Вот разъебывают науку, это уже другое, например. Критикуют ученых. Давайте я один пример приведу. Вот есть такой аналитический философ Антон Кузнецов. Ой, блядь, Антон Кузнецов, охуенно. Это один из самых известных в России на русскоязычном пространстве научпоперов в области философии, который занимается именно научно-популярной деятельностью. Вот Антон Кузнецов, у него значительная часть его научпопа философского заключается в критике ученых. Антон Кузнецов постоянно говорит, что ученые часто ошибочно или не критически трактуют результаты своих собственных экспериментов. Но при этом он говорит, что их можно правильно трактовать, эти эксперименты, как ни странно. Ну да ладно. Ребят, Кузнецов — это человек, который года там на 2-3, наверное, я не знаю, насколько старше меня, во-первых, это очень молодой специалист. Во-вторых, это, ну, современный русский, блядь, преподаватель, просто специалист. То же самое, что сказать, что, ну, есть такой великий скептик Александр Шадов, и все, поехали дальше. Все, осталось меньше минуты. И популяризаторы научного знания, да, что на самом деле из этих экспериментов не следует того, что... некоторые эксперименты разбирает и так критикует науку, охуеть. Пиздец просто, разъебыватель. Просто разъебал, блядь, науку. Круто. Просто бам, блядь. Из данного эксперимента что-то не следует. Просто теперь антисайентистом стал. Причем сами ученые могут то же самое делать. То, что некоторые ученые что-то трактуют, и это не следует из этих экспериментов, сами ученые тоже могут критиковать данные эксперименты. Это не значит, что Антон Кузнецов критикует научную методологию вообще. Я критикую. Много кто критикует. Есть огромное количество философов-антисайентистов, которые критикуют конкретно научную методологию. Я понимаю, что Васил в принципе не понимает, как это работает, что ее в принципе можно критиковать, научную методологию, потому что стоим на коленях перед двумя сущностями, это Бог и наука, и перед ними надо молиться, соответственно. И если хоть кто-то осмеливается критиковать результаты некоторых экспериментов, он сразу герой такой, критик науки такой, ух, блядь! Он мог бы Чалмерса, наверное, здесь перечислить, но Чалмерс, на мой взгляд, абсолютно саентический человек. То есть человек, который воспитан в мире, в котором правит наука. Чалмерс — это человек, который пытается внедрить в науку идею о том, что сознание — это какая-то еще дополнительная физическая сила, по большей части. Он такой же саентист, как и любой, блядь, ученый, Чалмерс, например. И его критика, она просто сводится к тому, что он пытается свою идею оправдать, но сами научные принципы он не трогает, они ему нравятся. Что ученым хотелось бы. Вот. Это, кстати, да, все надо, именно. И при том, что Антон натуралист. Он как бы. Он это еще не самый критически настроенный по отношению к науке аналитический философ. И все равно он, блин, критикует науку, Короче, у меня куча, короче, примеров аналитических философов, которые науку критикуют. И это первый, это Говнов, Говнович Говнов, короче. Мой главный друг, короче, вот мы его любим. Говнов, Говнович Говнов, главный аналитический философ России, науку критикует. Спасибо большое, очень важно. Очень важно, лучше бы перечислил кого-то из более знаменитых, что ли. Ну, того же Чалмерса, может быть. Фактически сделанные выводы из научных данных. Сергей Левин, кстати, тоже постоянно говорит, что, ну, ученые и научпоперы очень часто заблуждаются, когда смело... О, господи, ученые и научпоперы... Блядь, разъебал науку просто! О, господи! Слишком и поспешно что-то выводят из своих рассуждений, из своих... из результатов своей деятельности. О, господи! Вот. Ну что?
Мы победили, кажется, полностью, безоговорочно, по всем пунктам. Последний, вот заметим последний. Здесь хотя бы автор пытается что-то сказать по теме. Свада пишет, да, Левин, Кузнецов говорят, что ученые, блядь, ошибаются, наука уничтожена просто, есть такое. Все, 3 минуты, все, несколько мгновений осталось. Ну, то есть, как бы... Ну, Васил просто, в принципе, не понимает, видимо, как науку нормально можно критиковать. У него настолько догматично закрыты глаза, что он просто не видит настоящую критику и считает, что если человек хоть чуть-чуть что-то там гавкнул против ученых, все, он великий критик науки. Круто. Не знаю. Ну, ты там, Витгенштейн, вот, например, поздний, он так считал... Так ты поздний сказал, что он не аналитический философ. Приветствую, Акира. Сказал, что... Вернее, даже и ранний Витгенштейн, он считал, что философия вообще параллельна науке. Спокойной ночи, Владимир Сафонов, что вот есть такая... Да, но только мир из фактов состоит, так же, как и ученых. У ученых, собственно. Такая есть такое направление... Все, закончили, поехали дальше. 5 минут, это долго или мало? Может, даже 6, поехали. При аналитической философии, которая считает, что философия и наука вообще параллельны друг другу, разными вещами занимаются... И философия, она не должна отталкиваться от каких-то научных данных, научных теорий. То есть, вот я не... Но при этом большинство аналитических философов отталкивается от научных данных и научных теорий. Не знаю, ну просто вот дайте так, вот есть там логико-философский трактат, есть там философские исследования, есть там понятие сознания Райла. Есть индивиды Строссена. Вот это 4 крупные, одни из крупнейших работы в области аналитической, в аналитической философии. Там вообще нету ссылок на науку практически. Окей. Круто. Что дальше? Справедливости ради, многие ученые намного критичнее, чем любые философы относятся к продукту своих деятельности. Ну, может быть, ты, наверное, кого-то конкретного имеешь в виду, Джейсон Бэйк? Нет, есть очень... Я согласен, что есть критически мыслящие ученые. Но на самом деле философы, критикующие науку, это же на самом деле чаще всего они не ученых критикуют, чаще всего это они критикуют популяризаторов науки и других философов, которые не критично с данными науки обращаются. Вот. Ученые зачастую действительно сами гораздо менее смелые. Что такое наука? Следующий вопрос. Что такое наука? Давайте-ка определение дадим. Ну, просто Василч, Масил же, он любит определение давать. Давайте отдадим определение, очень важно. Выводы делают. Аналитическая философия является следствием тотального фанатичного отношения к науке и любви к фарм... Ну, это просто, ну, типа, это, блин, не так. Про любовь к науке это не так. Ну, может быть, в большинстве случаев так. В подавляющем, причем, скорее. Причем именно в подавляющем большинстве случаев это высказывание истина. Причем, если бы я это записал, ну, вот формулировал... Смотрите, здесь Васил критикует достаточно справедливо, допустим. Но... Я бы мог поправить данное высказывание, написав: большая часть аналитической философии является следствием тотально фанатического отношения к науке и любви к формальным системам и так далее, и так далее. И все. Высказывание становится неоспоримым, по крайней мере. Я могу просто неймдропингом заняться, да, и привести там дофига имен. Давай. Нахуй Кузнецова, какой-нибудь нормального, да, называй. Ну, ничего против Кузнецова не имею, понятное дело. Но тут все как бы... Я думаю, сам Кузнецов бы тоже понял, что его имя в данном случае не является каким-то громким заявлением. Философ антисайентистов. Там Ричард Свинберг, Алвин Плантинга. Почему вообще людей волнует вопрос критериев разделения философии на аналитическую и континентальную? Какой процесс вообще? Спасибо за вопрос. Ну, смотри, мне кажется, что этот вопрос этого различия, он важен
В нескольких контекстах. В том тексте за май ваши понравились больше. Трек послушаю, он в Good Game будет. В текстах. Во-первых, он очень важен историкам философии и историкам идей. Потому что, ну, важно понимать, что мы подразумеваем под историей аналитической философии, если мы вообще такую выделяем. И стоит ли ее вообще выделять? Ну, это вообще, в принципе, к вопросу об определении, что такое философия, как что классифицировать и так далее, так далее, так далее. С другой стороны, я не считаю, что аналитическая философия вообще существует как таковая, ну, как некое единство. Единство аналитической философии искусственное. И тут я скорее в тексте пишу о том, как она воспринимается большинством. Для историков идей, для историков философии это определенная проблема для того, чтобы понять смысл какого-то явления. Да? Так же, как почему, например, историков русской культуры 19 века волнуют различия между западниками и славянофилами. Да? Да. Потому что это часть культурного контекста эпохи. Вот. Но просто у западников и славянофилов есть четкое развлечение. Западники любят Запад, славянофилы любят славян. Причем, скорее всего, разделение не такое уж и абсолютное. Важно заметить. Скорее всего, есть куча промежутков. То есть какие-то западники-славянофилы вроде... Я имя русского философа забыл, но он даже не философ, просто чувак. Чаадаев, вот Чаадаев, он с одной стороны вроде бы западник, а с другой стороны у него есть славянофильские черты. То есть он не является чистым западником. Он не такой западник, как Росов, например. Хотя, может быть, и такой. Ну вот смотрите, Рано. Он видел в Западе очень высокий уровень силы, но с другой стороны, он очень сильно Россию саму продвигал. Он думал, что вот если Россия встанет на правильное, в общем-то, русло, вот все беды, которые в России существуют, испарятся, и Россия перегонит всех и вся, все европейские страны хуй сосать будут непосредственно, а Рашка будет доминировать. То есть все равно ситуация, она такая тяжелая. Чаадаев философствовал до разделения на западников и славянофилов, но при этом он совмещает в себе оба элемента, я просто вот сейчас об этом говорю. Но, скорее всего, есть какие-то промежуточные персонажи между западниками и славянофилами, которых по некоторым причинам относят либо к тому лагерю, либо к другому. То же самое с аналитической и континентальной философией, на самом деле, дело обстоит. С другой стороны, понимаете, в чем дело? В этой статье, ну, проще если сказать, мы можем нарисовать стандартную картину того, что такое аналитическая философия в представлении людей, нормальных людей. Не Васила, там, и каких-нибудь его зрителей, а нормальных, здоровых людей, занимающихся философией. Не сочтите за оскорбление зрителей Васила, ну, не все, чтобы не все зрители. Там, скорее всего, есть какие-нибудь адекватные ребята, но просто не сочтите за оскорбление в данном случае. Но просто, чтобы сделать некий такой образ явления, как-то его дорисовать и объяснить, надо как-то с этим работать. Термины в данном случае довольно скользкие, безусловно. Но под аналитической философией люди что-то понимают. Что-то у них есть, что-то их туда привлекает, что-то их заставляет называть себя аналитическими философами. Или не аналитическими. Историков идей интересует это различие для того, чтобы лучше понимать... Ну, с Василом я согласен, просто у меня есть другая проблема, я не вижу разницы. Да, Владислав, именно, всегда есть градиент между двумя крайностями, но даже и это не опишет многообразие взглядов, так как нужно... Можно противоречить самому себе в одном вопросе. Есть такое, Владислав, есть такое. И, соответственно, мы тут можем как угодно классифицировать некоторых мыслителей как аналитических, бесконечно много. Но, с другой стороны, надо бы мне прочитать Строссена. Может быть, он не соответствует другим критериям аналитичности.
соответственно. Может быть, я вывожу в качестве определения аналитической философии любовь и отношение к науке позитивное, потому что подавляющее большинство аналитически мыслящих философов, они любители науки. Они же проживают в университетах, они работают наряду с психологами, социологами, они работают и создают вместе общие проекты, они работают с физиками, они работают с представителями естественных наук напрямую, общаются с ними, спорят с ними. И, к сожалению, вот Васил, да, он может заниматься неймдропингом достаточно много, но вот мне так подсказывает моя интуиция, я тоже статистику не считал, что аналитических философов, любящих науку, тотальное большинство. И их настолько тотальное большинство, что аналитических философов, не любящих науку, мы можем взять и, ну, взять и куда-нибудь в континентальное русло убрать. Ну, грум, сейчас, извините. Так не подлого, понимаете, в чем проблема? Саганофилы возникли в полемике с идеями Чаадаева, но идеи Чаадаева были довольно славянофильски настроены. Ему просто казалось, он выкладывал некую критику России. Правильно, не бодлогоп? Он выкладывал некую критику, но эта критика не была абсолютной. И Чаадаев не был слепым поклонником западных идей. Он просто видел силу, очень мощную силу России и пытался через нее как-то пересмотреться. Петрович спрашивает, аналитическая философия – это идеология саентизма? Ну, не совсем. Скорее всего, они друг друга дополняют просто. То есть, если вы видите аналитического философа, скорее всего, он саентист. Вот вообще в 95% случаев этот человек будет саентистом. Вот если вы какого-то гегельянца увидите, он, скорее всего, будет антисаентистом. Потому что если моя теория противоречит, если ваши факты противоречат моей теории, то тем хуже для фактов. Большинство людей, даже марксистов я бы назвал антисаентистами. То есть марксисты, хоть они и топят за науку, наука круто, наука сила, но они под словом наука понимают не то же самое, что и ученые, не то же самое, что философы науки. То есть формально говоря, марксисты являются антисаентистами по отношению к той научной системе, которая сложилась. Почти любое философское направление, не связанное с аналитической философией, вот в таких отношениях с наукой находится, так или иначе. Ну, либо речь идет о уж совсем современности, когда люди занимаются какой-нибудь, допустим, феноменологией, но почему-то игнорируют критику Гуссерлем эмпириков и вообще науки эмпирической, и много чего вообще игнорируют. Так гельянец может быть саентистом без диалектического... А, ну да. Ну вот, вот да, именно. Тут начинаются такие проблемы. Формально говоря, люди используют слово «наука» в разных смыслах. Но если мы установим смысл слова «наука» как вот определенная конкретная методология, внезапно окажется, что антисаентисты – это и марксисты, которые любят науку, это и Гуссерль, который тоже за наукоучение, за строгую философию, как строгую науку, но он критиковал настоящую науку. И так далее, так далее, так далее. Все окажутся антисаентистами. Все хоть сколь-нибудь маленькие философы такого вот, не знаю, континентального пошива, они почти все антисаентисты. Ну и тем более всякие постмодернисты, они 100% антисаентисты, причем вообще радикальнейшие. Теперь аналитическая философия. Там просто почти все поголовно саентисты, что редко встречается в континентальной традиции. Просто континентальная традиция, у нее еще вот свое понимание околонемецкое, Wissenschaft, наука учения, наука вот эта вот замечательная. Она очень странная штука, если что. И современный ученый, который... образ которого, скорее, он перекочевал из Европы на остров, на острова и в Америку. И такая вот аналитическая хуйня начала получаться там. Вот именно вот наука, она прошла определенные элементы аналитизации, так скажем. Ну да ладно. Продолжаем. Для того, чтобы лучше понимать... Для того, чтобы лучше понимать историю. Так, сейчас я... Одну секунду, я вернусь. Ну, разделение может быть обусловлено еще тем, что люди хотят там отделить своих от чужих.
Но я думаю, здесь речь идет о разделении дискурса прежде всего. Ну, то есть, если человек называет себя аналитическим философом, то неожиданно он прилагает себе определенные критерии. О чем в статье и пишется, на самом деле. Если он эти критерии в себе не прилагает, он долбоеб. Для чего нужны эти критерии? Для того, чтобы вести беседу в определенных границах. Чтобы у нее были определенные границы, да, чтобы было понятно, вот он аналитический философ, я аналитический философ. Мы, в принципе, представляем, в каком духе будет вестись у нас беседа, соответственно. Вряд ли будут сюрпризы, вряд ли кто-то возьмется за кочергу и начнет меня пиздить неожиданно. Надеюсь. Но это не точно, как говорится. Были прецеденты, так что это не точно. Но в принципе мы ожидаем от своего оппонента, что он не возьмет кочергу и не начнет нас пиздить в этот момент, когда он поймет, что мы его разъебали, например. Так вот. Вот это поле дискурса, которое позволяет нам определенным образом артикулировать наши высказывания и противопоставлять их высказываниям оппонента, это интересно, это прикольно, это догматично, конечно, и это, по крайней мере, снимает один вопрос о том, как должно вести беседу, о том, как должно друг с другом разговаривать. Это решение, это одно из возможных решений данной проблемы. К сожалению, не единственное. Вот. Слушайте, одно высказывание он понял. Одно высказывание он понял. И я даже признаю, что кое-что тут справедливо. Чтобы Васил не смог его разъебать, достаточно было бы просто подписать. По большей части, аналитическая философия является следствием тотально фанатического отношения к науке. Все. Все, после этого, все, Васил, сосай хуй, сколько там неймдропингом не занимайся, нужно будет в процентном соотношении подсчитывать, что Васил прав, но это просто не так, на самом деле, окажется. Причем он начнет неймдропингом заниматься по самым популярным людям, а к аналитической философии, как он сказал, принадлежат 90% людей, как ему кажется, да, 90% людей, занимающихся академической деятельностью. У меня есть веские основания считать, что большинство людей, занимающихся академической деятельностью, сиентисты. Ну и в этом духе я готов свой тезис отстаивать, что большая часть аналитической философии является следствием тотального фанатического отношения к науке. Все, вполне. Просто я тезис здесь бы переначал. Здесь действительно закралась ошибка, действительно не все. Здесь вроде бы не написано никакого квантора, но тогда в таком случае подразумевается квантор всеобщности. Ну, логично, да? Правильно. Если я не подписываю никаких операторов, если я не подписываю каких-то добавляющих слов, это значит, что я здесь действительно допустил некую ошибку. Хорошо, засчитано. А по поводу... Первая ошибка за полчаса. Реально найденная ошибка. Вот, согласен. По поводу... Ну, и второй контекст, в котором это различие имеет смысл, это когда какому-то философу или каким-то философам нужно идентифицировать себя, отнести себя к какой-то традиции, сказать, что... А праксис в чем? Отношусь к вот этим, а не к вот этим. Спокойной ночи, Джейсон Байб. Ну вот, например, Шадову. Ему важно засрать аналитических философов, чтобы отнести себя, ну, к кому-то другому, да? Вот. Я, кстати, не засирал аналитических философов. Здесь нет ни одного засирания, на самом деле, как ни странно. То есть слово догматизм я никогда не употребляю в уничижительном смысле. То есть то, что у людей триггерится от слова догматизм, ну, бывает. Да, я в определениях своих даю различение между догматизмом и скептицизмом. Все довольно просто. Скептик – это тот, кто сомневается во всем. Догматик – это тот, кто в чем-то не сомневается. Тот, кто в чем-то убежден. А при этом скептик, он не всегда не убежден во всем. Да? У него есть моменты, когда он в чем-то убежден, но он это отслеживает, он это понимает. Он может менять свои убеждения, они в этом смысле перестают быть чистыми убеждениями. Это да, это мнения, которые при этом спорадически они возникают, уходят. То есть скептику очень просто прощаться со своими мнениями. Ему, в принципе, похуй на них.
Он может ими управлять, хотя управление происходит с помощью других мнений, но это сложный, тяжелый, многофакторный процесс, подразумевающий рефлексию усиленную и так далее, так далее, так далее. Да, более того, статья не про аналитических философов, а про псевдоаналитических, потому что я-то наоборот показываю, что аналитический философ обязан относиться к высказываниям очень-очень-очень хорошо. Ну, кстати, я бы даже заметил, что эти абзацы, два, они, наверное, лишние, скорее всего. Да, вот. Ну, вот вообще лишние. Хотя, вроде бы, это подводка к будущим тейкам, но ладно. Мне вот, например, это не важно. То есть, для меня вопрос... То есть, мне кажется, что философия, она едина, и ценные какие-то... Ну, кстати, я тоже, по большей части, так считаю, что разделение на аналитическую и континентальную философию является полной надуманной хуйней, которая исчерпала себя в 20 веке. Ну, при этом всем я могу разговаривать в рамках разных дискурсов. Меня это не особо кринжует. Идеи, аргументы... Васил просто, в принципе, не принимает, как скептицизм работает, он не понимает, что... скептик не убежден ни в одном из своих утверждений. Можно работать в разных плоскостях, причем, ну, более-менее одновременно. Владислав пишет, не согласен, что философия едина. Ну, конечно, она разделена, но я просто к тому, что разделение на аналитическую континентальную философию попахивает хуйней просто. Соображения, они, во-первых, они есть практически у каждого философа, если не у каждого, да? Вот, то есть, с моей точки зрения, есть практически какие-то идеи, аргументы и соображения, они, во-первых, они есть практически у каждого философа, если не у каждого, да? Вот, то есть, с моей точки зрения, неценных философов, их вообще не бывает. Вот, просто, ну, вот, некоторые мне там ближе, некоторые мне не ближе. Вот. Я вот, например, я, во-первых, особо не философ, да? Согласен, всегда так говорил. Не в обиду, кстати, старался. А, вот. Всегда говорил, что Васил студент философского факультета, который больше всего угорает по истории философии. Я думаю, такая классификация ему понравится. Более того, я всегда позитивно оценивал его знания в истории философии. Ну, по некоторым периодам он очень хорош, безусловно. Вообще ноль вопросов. Вообще снимаю многие, ну, вот здесь вот. Даже после ссоры моя оценка его компетенции, в принципе, не уменьшилась. С точки зрения эрудиции исторической, он хорошо прочитал ряд текстов. Вот, но... Ну, сейчас... С другой стороны, некоторые философские тексты он вообще не читал, как и все из нас, потому что кто-то из нас хорошо прочитал некоторые тексты, а кто-то не читал. Этот же человек мог не прочитать другие тексты, потому что философских текстов тысячи, просто тысячи. Невозможно разбираться во всех философских текстах, понимаете? Это вполне себе обычный факт, который, наверное, забывать не стоит. Ну, ладно. Сейчас не практикующий, так скажем. Но вот если бы я говорил о себе как о философе, я бы себя не относил бы ни к аналитикам, ни к континенталам. Ну, я тоже себя не отношу ни к аналитикам, ни к континенталам, блядь, никому себя не отношу. Просто проблема заключается в том, что есть долбоебы, которые проводят это различие, и для них эта статья написана. Причем это обычно люди от аналитической какой-то вот традиции, обычно это аналитики непосредственно, люди, которые любят аналитическую философию. Вот у них жопа горит просто постоянно. Кто-то там стилистически не так рассуждает, просто нахуй, кто-то логику опровергает, у них жопы горят тотально, у всех поголовно. Вот почему-то именно ребятам, которые относят себя к аналитическому лагерю, им просто не сидится. По Лемону ты античный философ, я и по своим критериям античный философ, не бедлогов. Ну, античный, древний скорее. Я традицию свою не возвожу чисто к античности, потому что я фиксирую спорадические возникновения абсолютного скептицизма с одной стороны в античности, с другой стороны в Греции, с третьей в Китае. То есть я на самом деле себя тоже классифицирую как человек, который начинает с самого начала, с истоков, с исхода и взращивает свою новую традицию философскую, просто вот с нуля ее возводит, создает, обосновывает отдельные ее элементы, наращивает ее и так далее, так далее, так далее. Я, по сути-то, отказался от всей предыдущей традиции. Ну, как отказался? Я ее знаю где-то лучше, где-то хуже в разных аспектах. Я знаю традиции Востока,
и так далее, так далее, так далее. Ну вот, Убермаргинал меня континентальщиком, например, назвал. Ну вот, видите, например, и это всегда в уничижительном аспекте звучит от аналитических ребят, которые прям любят аналитическую философию. А как ты можешь быть древним, если ты в 2021 году живешь? Шадов опять слит логикой и фактами. Понимаете, в чем дело, Джон Дой? Я-то себя классифицирую именно по стилю философствования. Мой стиль философствования ближе к древним. Я такой философ, каким философом были древние ребята. Вот эти вот, которые занимались настоящей, на мой взгляд, подлинной, исконной, изначальной философией. То есть созданием новых идей, ну и первыми попытками их обоснования. Если глубоко копать, то очевидно, что Шадов ближе к континенталам, а Васил к аналитикам. Но тут опять же проблема не бедлого. Понимаете, в чем дело? Я не опираюсь ни на одну традицию континентальной философии. Ну и стилистика аналитической философии мне, если что, я не знаю, наверное, даже ближе. Потому что, если так подумать, я свои статьи... Вот эта статья не самая лучшая по стилистике, она отчасти провокационная. Я свои статьи выкладываю в виде острых тезисов и их доказательств. То есть, если вы посмотрите, как я статьи пишу, это скорее... Это не чистой воды аналитическая философия, но это около того. То есть, это уж точно не Бодрияр, это уж точно не Гегель, это уж точно не еще что-нибудь, это не Маркс какой-нибудь. Это уж точно не ницшеанство и не Ницше. Если вы даже посмотрите на мои афоризмы, и переставить их в правильном порядке, вы поймете, что каждый афоризм пытается подтвердить тот или иной мой тезис. Просто афоризмы, они вот мне приходят в голову, я сижу такой, работаю, и вдруг понимаю, блять, а теперь вот эту штуку можно подтвердить таким образом. Я выписываю афоризм, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ба-ба-ба-ба-ба-бам, бум-бум, пишу, короче, вот вам афоризм. Афоризм является аргументом по большей части к тому или иному тезису, который я чаще всего вот проговариваю. Если вы так посмотрите, вот у меня есть тезис и куча аргументов под ним. Просто я все эти аргументы даже артикулировать не смогу, потому что их просто дохуища. Их просто миллиарды, блин. Ну ладно, не миллиарды, а их тысячи. А под каждой отдельной темой по сотке наберется разных заходов в подтверждение той или иной моей позиции. Или ее отсутствие позиции, как ни странно. В этом смысле... Я стилистически больше на аналитика похож. Ну, вы понимаете, что многие это не признают, и я не считаю себя чистым аналитиком, но, блин. Более того, я очень скуп на слова. То есть я очень мало прибегаю к различным риторическим фигурам, я очень мало рассказываю вам о том, что там прекрасно, не ужасно, там да, эпитеты всякие, все это опущено, все это уходит. Мы концентрируемся на тезисах и аргументах по большей части. Да, некоторые ребята не умеют, правда, видеть тезисы и аргументы, если их просто не выделять буковками. А содержание-то континентальное, пишет Небодлагоп. Так понимаете, в чем дело? Континентальное содержание есть и у аналитических философов. Есть аналитический марксизм, наверное, даже аналитическое ницшеанство есть. Еще какая-нибудь хуйня аналитическая есть. То есть аналитики, они попиздили непосредственно значительную часть содержания уже давно у континенталов. Именно поэтому многое и перемешалось сейчас в современности. Кстати, и именно поэтому... Разделение на аналитическую и континентальную философию в 21 веке, на мой взгляд, уже давно устарело, потому что и там одни и те же школы, и различия только иногда в стиле повествования, и в принципе похуй. Потому что я на самом деле понимаю, что я могу писать в разными стилями, но писать в более-менее структурированном стиле с тезисами и аргументами просто проще. Как ни странно, это просто тупее. Бац и все. Ладно, поехали дальше. К русской религиозной философии. Маркс аргументирует немножко с другой стороны, с другим подходом, понимаете? У Маркса другая методология. Я поэтому и акцентировал внимание, что если мы и пытаемся определить аналитическую философию, то определять ее, на мой взгляд, имеет смысл только по методу. Ну, стиль и метод. Стиль и метод, метод и стиль друг друга дополняют в данном случае. Заходим в стили, заходим в методы и смотрим, что там внутри. Диалектическая логика? Нет. Нормальная логика. Обычная логика.
Хорошая-хорошая современная логика там находится. Не марксистская, не какая-нибудь там еще. Это не беседы с помощью аналогий у китайцев. Это не софистические какие-нибудь опровержения. Не-не-не-не-не. Это даже не логика Аристотеля еще уже. Это нечто другое, понимаете, не бодлогоп. Именно поэтому я сконцентрировал внимание на конкретных, в общем-то, методологических заходах. Потому что если мы их уберем, все, пизда. Ничего не остается. Ну, просто фантом, на мой взгляд, остается, и его никак не прощупать. То есть я бы себя относил. Ну, кстати, а что, я русский, я религиозный, я пишу на русском языке, вот. Так что... Ну... Кстати, если не ошибаюсь, в этой статье про Васила почти ничего не будет, но будут, типа, намётки такие, такой щелчки небольшие. А вот про Лемона и Маргинала там будут прям примеры из их апологий разных. Даниил Лопатин, а я не говорил, что... Я не говорил, что это шизы. Нет. Всё. Да, прагматизм отрицает знания, по большей части, что надо. Ну, ладно, мы можем допустить такую степень радикального прагматизма, когда прагматизм не отрицает знания, типа... Ну, практика – критерий истины. Но для прагматика практика – это критерий скорее практики, а не просто... Они что ли, то ли агностики, ну то ли Джеймса читаем, вот прагматик. И для него ему похуй. Ну вот религия, да, круто. Она вроде бы полезна, она замечательна. Она верна, не верна, да какая нахуй разница, она просто полезна. Давайте называть это истиной теперь. Наука – полезна, все, поехали, истина тоже. Как будто бы категория истинности снимается, они ее переформулируют в нечто противоположное. Все, с Василом закончили на сегодня, надеюсь.